Всем привет, с вами Рось. Сегодня я расскажу про криптовалюту NIR и сделаю небольшой, но интересный конкурс для подписчиков. Для новых зрителей, я участник программы Binance Creators, а также сотрудничаю с многими крупными биржами. И небольшая просьба к NIR. Я бы хотел получить вашу футболку, если это возможно. В общем, начну как обычно. NIR входит в топ-25 лучших криптовалют. Капитализация более 7 миллиардов долларов и дневной объем торгов более 500 миллионов долларов. Только по этим данным можно понять, насколько монета серьезная. А сейчас же узнаем, почему она находится в этом топе. NIR – это децентрализованная платформа для разработки, построенная на базе NIR Protocol, представляющий собой публичный и удобный для разработчиков Proof of Stake блокчейн. Другими словами, NIR – это публичная облачная платформа, управляемая сообществом. Это означает, что она является высокомасштабируемой и недорогой платформой для разработчиков, на базе которой они могут создавать децентрализованные приложения, а экосистема расширяться. Преимущества, которые мне понравились больше всего. Это транзакции супербыстрые, всего 2 секунды. Комиссии мизерные, около 7-10 тысячных долларов, когда на эфире я иногда и по 80 баксов трачу. Разница существенная, удобство разработки и много приложений, о которых я тоже скоро расскажу. У NIR огромная экосистема. Я назову лишь несколько крупных ее представителей и скоро расскажу только о некоторых более подробно. А сейчас вы видите картинку полной экосистемы, а я выделю самых популярных ее представителей. Например, в кошельках это NIR Wallet, Ledger Trust Wallet. Из DeFi это, например, Refinance, Rainbow Bridge. Из сферы NFT это Paras, Minbase, NIRLens из игр, и Binance один из основных валидаторов. IDO-платформа Skyward Finance. А сейчас я расскажу поподробнее о некоторых приложениях. Но перед этим переходите по ссылке в описании в RU-сообщество NIR. Там я, например, выиграл 50 NIR, просто задав вопрос на АМА-сессии. И, кстати, я задавал вопросы админам, и спасибо, я получил ответы на все свои вопросы. И также будет официальный сайт по ссылке в описании. Например, я перед тем, как рассматривал Marketplace, не думал, что они меня удивят, но Paras удивил. Если же на маркетплейсах, особенно крупных, на эфириуме, творится какой-то хаос, топовые художники и рядом с ними огромное количество непонятных и быстро слепленных NFT, которые затмевают талантливые работы. А в Paras также, как галерея, выбирает только лучших авторов. Вот по мне это лучший подход. Или, например, Refinance. Это криптовалютная биржа с объемами более миллиона долларов в день. А теперь я расскажу, как создать свой кошелек. Я уже перед этим сделал себе и хочу поделиться. Вот у меня куча кошельков, там куча букв и сложно запомнить. А тут же вместо адреса мы можем создать себе ник, и он будет уникален. Я не будь дураком, заставил себе ник Росиксон. Ну, с паузой закончили. А теперь как создать кошелек? Кошелек нужен, чтобы держать там NIR. С помощью него можно отправлять NIR на другие адреса, а также взаимодействовать с экосистемой. Ссылка на сайт wallet.nir будет в описании. Переходим по этой ссылке, нажимаем «Создать учетную запись», выбираем методы восстановления аккаунта. Я выбрал мнемоническую фразу. Также хороший вариант использовать Ledger. А вот использовать почту я не рекомендую, так как ясное дело у нее минимальная защита. Но тут уж, как говорится, ваш выбор. Далее нам покажет мнемоническую фразу. Если вы ее выберете, то надо будет ее надежно сохранить на бумажном носителе и положить в укромное место. Так как если у кого-то будет эта фраза, то у него будет доступ к вашему кошельку и средствам, которые на нем находятся. А к примеру, если держать такую информацию на компе или в облаке, то если вас взломают и хакер будет не дурак, то денежки тю-тю. Далее нас проверяют, записали ли мы правильно фразу. Скажет, к примеру, написать пятое слово, и его нужно будет ввести. После мы попадаем на страничку, где укажут адрес, на который надо будет перевести 0.1 NIR. Тогда мы активируем аккаунт. После советую относиться серьезно. Нужно будет выбрать другой крутой адрес кошелька. Как я заметил, многие козырные уже заняты, но точно не все. Так что вперед, будьте одними из первых. После этого нам будет доступен кошелек, стейкинг. Например, мы сможем застейкать в тот пул, который нам покажется лучше. Теперь мы сможем пользоваться всевозможными приложениями в экосистеме NIR.
Например, просто найдем рефайнанс, коннектим свой кошелек, и все, теперь мы можем свапать, а еще и закидывать монеты в пул. Также, к примеру, мы можем зайти в Paras ID. Кстати, когда мы подключаем кошелек, мы сразу видим, на что мы даем согласие. Так что все прозрачно. С помощью кошелька мы можем теперь пользоваться всеми приложениями из экосистемы NIR. Также в самом кошельке мы видим, какие у нас монеты на балансе, и можем их отправлять. Например, выберем NIR, сколько мы его отправим и куда. Например, нашему другу, у которого уже есть NIR аккаунт. Проверяем все и отправляем. Вот примерно так я в общих чертах описал, что за крипта NIR и как пользоваться ее экосистемой. Это мое первое видео о NIR, дальше я еще расскажу много интересного о нем. А сейчас конкурс. Я разыграю один NIR среди тех, кто подпишется на соцсети проекта и на мой телеграм-канал и просто оставит комментарий под четырьмя видео о NIR. Таким образом, вы узнаете максимально много про NIR, а я рандомайзером определю счастливчика. Всем спасибо за просмотр. Удачи и будьте аккуратны. А также задавайте вопросы в комментариях.